До вылета еще 4 часа. Ну, может, тогда поедим? Что? 5 утра. И что? Ну, рано еще завтракать. Ты ехала в поезде и не спала всю ночь. А, ой. Поэтому давай поедим. Да, давай. О, Бургер Кинг. Я хочу ролл с креветкой. Что? Ну, классика. Ну, можно что-то другое взять. Я хочу ролл с креветкой. И все? Ой, ну ладно. Давай еще молочный коктейль. Угу. Я пойду за столик сяду. А, ну, что там? Сколько там до вылета осталось? 3 часа. Слушай, вот он сел за наш столик. Почему он пялится на тебя? Ну, может, ему некуда было сесть. Кругом полно пустых столов. Ну, может, ему этот нравится. Он прям хочет, чтобы ты на него посмотрела. Кать, да вместе, ну хватит. Он только что сказал, что ты скромная. Начинаю. Иди отсюда, мерзкий ноль. Ну, Кать. Ты посмотри, в 6 утра он уже пьяный. Как в том анекдоте. Какого анекдоте? Я перепробовала много шариковых дезодорантов, пока не поняла, что хочу мясо. Да что ты, черт побери, такое несешь? Это он пьяный или ты? Вот, вот. Давай, посмотри на него вот этим февральским взглядом. Райнер. Встань. Идеально. Ушел, ты довольна? Жаль, конечно, этого добряка.